Около месяца назад певицу Максим ввели в состояние искусственной комы. Состояние артистки до сих пор не улучшается. Исполнительницу госпитализировали с обширным поражением легких и подключили к ИВЛ. Недавно сообщили, что Марина находится на аппарате ЭКМО. За последние дни о состоянии Максим писали разное. Одни говорили, что ее состояние ухудшилось, другие заявляли о том, что певица пошла на поправку. Теперь же друзья звезды эстрады поделились тревожными новостями. Марина снова в критическом состоянии. Она находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Врачи сделали Марине свежие АКТ и анализ крови. Обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис, поделилась подруга знаменитости с журналистами. На данный момент медики прилагают все условия, чтобы облегчить состояние звездной пациентки. Поклонники и близкие певицы молятся об ее выздоровлении и надеются, что Марина сможет выкарабкаться. А как вы считаете, сможет ли Максим выйти из комы? Пишите свое мнение в комментариях.